Наценка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%. Об этом субъектам малого бизнеса напоминают члены мониторинговых групп, которые уже несколько месяцев посещают магазины для контроля за ценами. К ответственности уже привлечен ряд субъектов предпринимательства. Подробнее о проводимой работе в этом направлении смотрите далее. Тем, кто необоснованно завышает цены на социально значимые товары, а их 19 наименований, грозит административная ответственность по части 4 статьи 204 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. 11 мониторинговых групп по поручению акима области Даниала Ахметова с февраля ведут в Усть-Каменогорске разъяснительную работу с предпринимателями. Но, увы, факты нарушений случаются. Работа в данном направлении мы сейчас взяли на особый контроль. Сейчас привлечены к ответственности 5 магазинов. По остальным 5 сейчас работа продолжается. То есть, пользуясь случаем, сейчас бы я хотел обратиться как к субъектам бизнеса, так и горожанам города. То есть, субъектам бизнеса прошу предельно допустимые надбавки 15% соблюдать на 19 наименований. По итогам проверки было выявлено превышение 15% надбавки на продукты, которые входят в состав социальных продуктов. Впредь мы постараемся. К слову, содействовать в выявлении магазинов-нарушителей может каждый. Если цена, по вашему мнению, растет необоснованно, можно обратиться в отдел предпринимательства и сельского хозяйства города Усть-Каменогорска с заявлением и соответствующими материалами. Это чек и фотофиксация товара. Алексей Сафонов, Дужан Мухаммедкали, Александр Каримов, Алтай Акпарат.